Опиловка и снос аварийных деревьев сегодня, пожалуй, одна из главных задач Рязанской дирекции благоустройства. Деревья под снос комиссии по обследованию зеленых насаждений признаны аварийными. Сейчас на улицах города работает сразу несколько бригад, которые занимаются спилом и вывозом веток и деревьев. В данный момент ведется опиловка деревьев над пешеходным тротуаром, плановая обрезка деревьев, которые аварийные. Это был инцидент, жители просили, то есть сделали письмо, и мы по письму сейчас работаем. Этим летом погода уличную зелень не щадит. То шквалистый ветер, то ураган с дождем и градом. Деревья буквально трещат под разгулом стихии. А помимо опиловки, дирекция благоустройства города занимается еще и расчисткой. Сейчас вообще планируется в городе Рязани устранение аварийности после бури, то есть, как говорится, опиловка проводится одной бригадой, вывозится двумя бригадами. Пока, где нет возможности вывести, ведется складирование на зеленой зоне. В последующем все это будет увозиться на свалку. Работа по валке аварийных деревьев продолжается ежедневно. С улиц Соборной, Скоморошинской, Новоселов, Чернышевского, Халтурина на переработку вывезли уже около 20 кубометров древесных отходов. По словам главного технолога дирекции благоустройства города Александра Абызова, опиловка и снос аварийных деревьев идет по графику. Разве что погода может преподнести новые сюрпризы. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».